я чувствую себя счастливым, и это именно то, ради чего я сюда приехал, за вот этим кусочком золота. Сейчас дубльтрап стал еще более сложной дисциплиной. Он всегда был атлетичной дисциплиной, с высоким требованием к функциональной готовности спортсмена. Сейчас 5 серий вместо 3 предыдущих. То есть 5 раз больше нужно собраться на хорошую работу. Финальный матч очень мне понравился в этот раз. Вы все видели, только один промах и попадание центр за центром, как говорится, наслаждение не только для стрелка, но и для зрителей. Я не делаю ничего необычного для тренировки, просто слежу за своей кондицией и каждый день делаю гимнастику, где-то 40-45 минут, иногда час, зависит от настроения. И использую приемы йоги в своей практике. Но это йога в моем понимании, скажем так. Большое спасибо всем им. Люблю всех, обнимаю. И будет легкая дорога домой, и будет хорошая горячая встреча.